Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Альберт, и я являюсь сооснователем сети Chopper Barbershop. Сегодня мы хотели бы рассказать вам немножко о том, чем мы занимаемся, как у нас это все началось, получилось, в том числе. Увлечение мотоциклами у меня началось с самого раннего детства. Я прошел весь путь от Урала до Харлея. И, соответственно, в какой-то момент настала пора работать, заниматься бизнесом. И, естественно, я не мог этого сделать без участия мотоциклов. Так как руки у меня росли не с того места, мотосервис у меня бы не получился. И, соответственно, мы решили с моими друзьями попробовать сделать свой первый барбершоп. Вот. А в него, как и во все остальные последующие, мы вложили душу, сердце, руки, последние деньги. И в августе 2017 года мы открыли свой первый барбершоп в Мытищах. Соответственно, дальше мы открыли наш следующий барбершоп на Мясопражская, а потом была Бунтова и, так сказать, апогей нашего искусства, Chopper Barbershop Серебряный Бор, там, где мы сейчас находимся. На сегодняшний момент самый новый, по нашему мнению, где-то, наверное, даже самый красивый барбершоп. Вот, соответственно, в нашей небольшой сети мы являемся приверженцами качества клиентского сервиса и опыта. В данном случае мы говорим о том, что мы не ограничиваемся только качеством стрижки, а мы также прилагаем все усилия, чтобы создать завершенную и дополненную картинку от того момента, как вы открываете дверную ручку, чтобы зайти до того момента, как вы не говорите нам «прощай», а говорите нам «до встречи». В нашей сети мы используем только самую лучшую косметику. Мы подбираем самых трепетных барберов. Вот. И, соответственно, делаем все, чтобы нашим гостям было уютно, комфортно, не хотелось уходить и хотелось возвращаться. Соответственно, мы ждем вас всех на нашем новом YouTube-канале, который называется Chopper Barbershop. Там мы будем выкладывать максимальное количество информации. И, естественно, мы ждем вас по всем нашим филиалам. Спасибо вам большое за то, что уделили внимание. Ждем вас в Chopper Barbershop.